життя улюблених персонажів будемо говорити прямо зараз, а яким же може бути свято без казкових героїв? Насправді ніяким. До нашої студії ми сьогодні запросили ведмедика Теді, такий він чудовий, просто привіт, супер, неймовірний. І Марина Крилова, керівниця агенції «Злаштування свят». Такі у нас сьогодні чарівні гості, вже святкові, вже готуються до Нового року, і не лише, і ще й до різдвяних свят, так? У вас увесь місяць, мабуть, буде святковим, я так розумію. Да, ми празднуємо весь місяць, або працюємо в напряженому графіку, тому що і дні рождення ніхто не відміняв, і новогодні праздники дуже-дуже активні зараз. Ну, говорити про те, який же найпопулярніший герой, тут, мабуть, зайво, тому що такий гарний ведмедик сидить у нашій студії. Ведмедик, скажи, будь ласка, як тобі живеться, ти такий великий, як ти взагалі ходиш, як тобі, чи зручно? Ну, дуже удобно, але це перше, ой. Минут 30. Извините, пожалуйста, я немножко медика перекушал. Гарний, гарний. Минут 30 – это удобно, потом немножко надо отдыха, обратно подкрепиться, чтобы потом с новыми силами развлекать детишек. И не только детишек. Мишка очень популярен среди девчонок, потому что он большой, он добрый, он же красивый. А также принцессы. Никто не отменял принцесс, фей или куклы Лол. Они бывают не только маленькие, как игрушки, но и большие, и настоящие, живые. И просто дети в восторге, когда приходят на праздник, живая мечта, живая кукла, супергерои, ожившие для мальчишек, когда это Капитан Америка или Железный Человек. Просто фантастично. Марин, я знаю, що вам доводиться увесь час бути в тренді. Да. Розуміти усі смаки дітей, знати, чим вони дихають, на що звертають увагу. І тим більше, така от складна задача – це діти різної вікової категорії. Тобто це 3-5 до 3, це діти 7-10 і це вже підлітки, ну такі от постарше діти. Вони насправді мають різні смаки. Але вам доводиться увесь час бути ось там, з ними. Да, да, да. Смотрите, смотря что они смотрят, чем увлекаются. Самые маленькие увлекаются тем, что видят, то, что показывают, это там мишки, зайки, какие-то там кукутики, песенки. То, что узнаваемо для них, не, без каких-то там супергеройсков. То, те, кто постарше уже, конечно, супергерои, принцессы, они переодеваются в них, они хотят фантазировать, хотят быть сами такими сильными, смелыми, веселыми, там, герои в масках, щенячий патруль. Их очень много, и мы стараемся, чтобы всі у нас були і всім угодить діткам. А я до ведмедика ще поставлю питання. Ну, насправді, діти ж теж різні, так? Хтось може тебе десь там схопити за вухо, хтось хоче голову зняти. Ну, насправді, діти різні, так? От як ти це все витримуєш? Скажи, наскільки тобі комфортно працювати з дітьми різного віку? Ну, і взагалі ж, дівчата тебе більше люблять, так я розумію? Так, ну, все очень даже хорошо. Вот, например, с детьми, которые от 8 там, и старше, они как при этом пытаются быть супергероями. И это вообще очень легко, потому что мы тоже любим все супергерои, смотрим про них фильмы, мультфильмы. Общаются на общие темы, находят общие темы, начинают покорять любовью, заботой, красотой. В принципе, если начинать внимание переводить на ребенка и восхищаться самим ребенком, то любого ребенка можно покорить. Когда ты говоришь, насколько он уникален, насколько он веселый, насколько он красивый, и тогда ты просто влюбляешь в себя ребенка. Чтобы влюбить в себя ребенка, нужно быть похожим на его кумира, вести себя как его кумир и любить его искренне. Ну, справді, Марин, я знаю, що дуже великий досвід ви маєте саме в роботі акторській і у роботі організації свят. Насправді, багато чого вже довелося пройти, як то кажуть, так? І маючи такий великий досвід за плечима, тут дуже важливо не розчарувати дітей, так? Бо вони вірять усім персонажам, вони знають, що ось прийде якийсь герой. Але ж треба ще так зробити, що
щоб дитина не сумнівалася, що тут перед нею ведмедик, насправді, так? Що там принцеса. От вона, тільки вона така є. Які ключики ви підбираєте до дітей? Тщательно изучаем самого персонажа, где он отображен. Отображен на картинках или отображен в мультфильме. Его поведение, его голос. И приходится пародировать, потому что, в принципе, ребенок влюбился уже в того персонажа, которого видит. И поэтому для него мы должны быть полностью перевоплощены. Мы должны вести себя как принцессы, говорить как принцессы, делать. Или как Мишка, ходить, разговаривать и даже мыслить. Ну что, справді, так ведмедик думает. А про что, до речи, ведмедик мріє на Новый рік? Что ему хочется отримувати? Ну, лично Мишка очень хочет большие запасы меда. И ясно, самое главное, поверьте, поскольку зима, а Мишки, как известно, обычно зимой спят. И Мишке очень хочется поспать, особенно после новогодних праздников. Это да. Ну, такая разбудилась. Актеры, иногда бывает такое, что мы что-то свое добавляем в образы наши. Например, есть такой персонаж Олаф из «Холодного сердца». Да. И я там, например, сделал так, чтобы этот персонаж фрепелявил. Вот так. Чтобы характер и образ был какой-то характерный, то добавляют какие-то свои фишки, танцы, движения придумывают, добавляют. И стараемся, конечно, подбирать актера, который может отыграть, он похож, есть какие-то физические данные, или это будут каскадеры, которые могут кувыркаться в Человеке-пауке, или это вокалисты, которые могут спеть с принцессой на пару какие-то исполнения песни. Ну, то есть все дуже серьезно, так? Дуже высокий рівень вы себе брали, так? Бо насправді, для того, щоб бути увесь час популярним, то треба дивувати і дивувати кожного разу, шукати щось нове. Нові підходи, нові ідеї, нові якісь там, новий зміст у тому, що люди зараз люблять. Ну, я маю на увазі взагалі ж дорослих, так? Бо в першу чергу це дорослі, вони замовляють. А діти... Удивіть їх надо. Так. А діти, ну діти вони будуть любити, якщо насправді їм показати щирість, то все. То вже ви їх підкорили, можна сказати так. Програма розчитана не только на детей, но и на взрослых, потому что они смотрят на реакцию детей, они любуются атмосферой. У родителей больше опыт, и поэтому больше требований. И они хотят, чтобы это было не только весело, это должно быть красиво, это должно быть эстетично, это должно быть грамотно, это должно нести какое-то и образовательное содержание, не только развлекательное. Это и психологический подход к каждому ребенку, потому так что они балованы. И мы не можем воспитывать их, но мы должны найти подход так, чтобы прошел праздник как праздник, а не воспитательный урок поведения. Ну так, после звонка. Ну так, я думаю, що ведмедик, мабуть, не такий суворий. Ведмедик добрий, так? Да. Насправді. Да, я дуже люблю обніматися. Ну, ми обов'язково пообнімаємось після ефіру. Я вже знаю. Ловлю вас до слова. Добре, добре. Ну, насправді, дуже часто акторам доводиться грати і протилежні ролі. Не такі, які відповідають його характеру і його лінії поведінки. То це складно, насправді? Це дуже складно, так. Когда, например, актер мягкий, добрый, а ему нужно жесткий там отыграть милитари, там вечеринку или шпионы, и нужно всех построить. Да, вот сейчас, кстати, очень популярно, как в соцсетях, да, вечеринки какая-нибудь там, лайк, тикток, вечеринки, ютуб, пати, что-нибудь такие названия какие-то очень такие яркие. Так и шпионские квесты в школах любят, шпионы там, ФБР какие-нибудь программы. И там приходится, конечно, применять разные способы управления, разные способы завлечь детей и дать свою задачу, и чтобы они ее выполнили. Ну, я себе взагалі не уявляю, зараз настільки вимогливий світ, а особливо зараз дитячий світ вимогливий. Вони бачать нові технології, вони споріднені вже з різними сучасними видовищними шоу, так? Угу. Тобто вони вже бачили, перебачили, як то кажуть. Але ж так. Але можна здивувати.
працювати. І я тут насправді хотіла запитати, який ж той секрет, який допомагає вам триматись, от дивувати і дивувати весь час. Ну, не один раз так зробити, угу. А це ж треба постійно робити. Общатися з дітьми і смотреть на реакцію. От як вони реагують на то чи іне висказування, на то чи іне шоу. І, наприклад, тих дітей, які постарше, вони вже на іскусственне, на ігрушечне не реагують. Вони розуміють, що це ігрушка, да, это не може живою мішкою так ходити. Поэтому їм даємо щось уже настояще. Наприклад, малыши можуть збирати ігрушечне мороженое, шарики там ігрушечні. Но постарше діткам там школьного возраста, уже даже начиная раньше хотя бы где-то с 8, а сейчас уже с 7-6, мы даем настоящее мороженое. Они, например, кормят друг друга настоящим мороженым. Uh-huh. Или играют и такую игру, как пирог в лицо, когда в лицо сливки дух. И они в восторге становятся в очереди, чтобы крутить эту ручечку, и попало им в лицо перо, этот вот сливки. Или, например, уже не игрушечные пауки, а настоящие пауки, настоящие мексиканские тараканы, кстати, пришли. И, например, устраивать гонки с настоящими, не мексиканскими, а мадагаскарскими тараканами. И вот живое их уже забавляет. Им уже нравится. Они уже понимают, что к ним относятся как ко взрослым, потому что они взрослеют очень рано. Все, садик закончился, мы уже взрослые. Нам уже показываешь игрушечный телефон, они... Что ты мне рассказываешь, да? В общем, дальше уже с 7 лет уже начинается не день рождения, а вечеринка. Хотя, если детки до определенного возраста не праздновали, не видели этого. Есть такие детки, не видели, не игрались. Они и в 10, и в 15 лет будут обнимать мишку как настоящего. Тут уже зависит, с какого возраста началось общение с аниматорами, общение с куклами, что они видели, что они знают. Поэтому те детки, с которыми мы с самого рождения... На п'ятий-шостий год уже удивить. Голова починає пухнути від того, що зробити. Після 10 лет уже даже не знаєш, які яхти заказувати, где брати і удивляти, чим удивляти. Ну, насправді костюми, мабуть, складні. Оці особливо ростові. Ляльки, вони дуже, я не знаю, як ведмедик дивиться, через що там є, очі є. В куклах есть отверстия. Есть отверстия, но и чем сложнее кукла, тем меньше отверстий. Бывает такое, что да, мы говорим, дышим и смотрим в одну, там, да, или в глазки, или в ротик, и говорим и слышим. А бывает, вот ты, если, например, вот тут есть у нас кукла, большой заяц, и вот отверстие только во рту, еще зубками прикрыто. Даже я в этой кукле работала. Очень сложная кукла, все отказываются от нее работать, потому что реально очень плохо. А представляете, когда много людей, и приходится, например, взять микрофон. Ой-ой-ой. Ты смотришь в рот, ты дышишь и говоришь. Но так, чтобы слышать, ты засовываешь микрофон в рот. То бишь, ты не дышишь. Ты не видишь. Ты понимаешь, где находится... Я этому учу. У нас есть школа аниматоров. Мы обучаем аниматоров, как реагировать, как делать, как поступать. Потому что даже актеры из театра и актеры после театрального колледжа приходят к нам работать, да, они не готовы. Они не понимают. Думаю, они говорят, в театре легче. Можно я в театре? Нет. Все, ты наш. Все, давай до конца. Поэтому мы учим, чтобы видеть. Але ж, який досвід вони потім отримують, так? Вони можуть потім вже будь-яку роль зіграти без проблем. Да, да, уже нічого не бояться. А, в цедіки, так, хорошо, танцювати, хорошо. Только виведіть мене туди і скажіть, скільки місця у мене є. Вони візуалізують, вони закривають глаза, візуалізують, що, яка площадка, і розуміють, два шага сюди, два шага сюди. Да. Ну, а скільки можна в цьому костюмі знаходитись? Ну, с максимум. Каждый полчаса лучше дышать. У нас было такое, что когда был хит мультика «Маша и медведь», там есть медведь. Он очень веселый, очень задорный, без него никак. И в этом медведе было сложно работать, очень жарко. 5 часов. Активная работа. Это был герой дня. Я ему каждые там 15 минут уже последние... Где отдыхай? Нет, я уже привык, я уже сжился.
Уже кислородом жился, уже все нормально. И там уже на нем уже и катались сверху. И вот как в фильмах показывают, когда дети делают все с куклой, да, там и раздевают, и катаются, и щипают, и бегают, и прыгают. Ну, детки тоже ж устают. В принципе, ну, программа, программа час-полтора активной детям достаточно. Ну, для того, чтобы праздник был дольше, для того, чтобы родителям было больше поотдыхать, дети были заняты, мы наполняем ее и какими-то мастер-классами, спокойными играми, танцами. В принципе, все по графику расстроено по празднику, и вы отдыхают и куклы, и дети. Ну що ж, наостанок хочеться, звичайно ж, почути від вас, Мариночка, і від медика побажання, так? Привітання з Новим роком, будь ласка, всі вже чекають. Поздравляємо і вас, дорогі взрослі, і дітішек з Новим годом, з наступаючим. Пусть ваша життя буде як радуга, тільки яркі цвіта, сонячні дні і теплі вечора, сімейні і любящі. Так, ну що, від мене? А я пожелаю, щоб ви ніколи не замерзали і завжди були укутані з теплом своїх близьких. Які чудові побажання прозвучали сьогодні. Дуже дякую вам. Надзвичайно теплі, щирі люди були сьогодні в нашій студії. Насправді хочеться такого свята. Хочеться, щоб все було добре, хочеться, щоб було тепло, хочеться, щоб було затишно в душі. Ну що ж, так і буде. Будемо намагатися так і робити. Це була програма «Фреш». Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення. Новым годом!